Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 67-м году ушел из жизни советский эстонский оперный певец, баритон и киноактер Тону Килгас. Родился 13 августа 1954 года в Тарту, Эстония. Окончил Тартуское музыкальное училище им. Хейна Эллера, факультет хоровое пение и дирижирование. В 1976-1984 годах, актер театра в Анимуине, Ване Мюне, в Тарту. В 1984-2001 годах, артист опереты театра Эстония, Национальная опера, в Таллине. Снялся в фильмах «Стерео», «Человек, которого не было», «Эти старые любовные письма», «Счастливая улица», «13», «Волшебник из страны Оз». Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!